Юрий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Первым делом хочу вас поздравить с Днем белорусской науки. Конечно же, пожелать вам в первую очередь крепкого здоровья, успехов во всех ваших начинаниях, ну и, пожалуй, признания вашего труда. Спасибо. Хотелось бы, чтобы это было для всех работников научной сферы. Так и есть. В вашем лице поздравляем всех ваших коллег. Итак, Юрий Михайлович, расскажите, пожалуйста, каким для белорусской, в частности, для гомельской науки оказался прошлый год? Ну, в 2016 году учеными Гомельщины, вузовской наукой, академической наукой, отраслевой наукой достигнуты значительные успехи. Мне бы хотелось рассказать вот об этих материалах, которые здесь расположены. Несколько лет назад по заданию, сформулированному нашими коллегами из Вьетнама, возникла необходимость создать материалы, которые бы эффективно работали при повышенных температурах, при повышенной влажности, то есть в тех условиях, которые транспортные средства эксплуатируются в условиях того же Вьетнама. И выполняя это задание, открылась целая область применения этим идеям и тем разработкам в нашей республике. В итоге вот, за последние годы выполнено более 20, если быть точным, 21 задание важнейших государственных научно-технических программ. Это задание, связанное с импортозамещением. То, что мы закупаем по импорту, закупали по импорту, сегодня это производится уже из наших материалов. Это вот, например, для БМЗ покупали у зарубежных, австрийских, немецких и других фирм это все за валюту. Когда они узнали, что мы сами это начали делать, они были очень удивлены. Это действительно такая прорывная технология. Вот еще одна деталь тормозная из БелАЗа. Это тоже уникальная разработка. Вы представляете, БелАЗ держит треть мирового рынка автомобилей. Это высочайшая конкуренция. Это нужно, чтобы они были патентно чистые. Они действительно патентно чистые. Нужно, чтобы они были высоконадежные, чтобы была обеспечена нужная работоспособность в самых жестких условиях. И мы эти вопросы решаем. Ну и, например, если это крупногабаритные изделия, то есть, например, более мелкие изделия, которые, но для очень ответственных деталей самолетов, выпускаемых российским военпромом. Это муляж, потому что сама деталь секретная. Но вот эта вот деталь 5 грамм стоит 500 евро. Значит, вот можете представить, какая наукоемкость. Здесь и нанотехнологии, здесь и новые технологии прессования, здесь и новые технологии формообразования и высочайшая надежность техники. Юрий Михайлович, ну я так понимаю, что это, наверное, одно из главных направлений вот, деятельности науки. Все чаще и чаще употребляются нанотехнологии, наноматериалы. Уже не первый год мы развиваемся в этом направлении. И совершенно новое направление – это так называемые аддитивные технологии. Это технологии, которые используют так называемые 3D-принтеры. В медицине очень актуально, когда соединяется, положим, 3D-принтер с компьютерным томографом и какой-то, ну, опухоль, не дай бог, новообразование, создается точная компьютерная модель. И 3D-принтер печатает это со всеми, так сказать, ответвлением, учитывая всю форму этого новообразования. И хирург, онкохирург, видит это все и может очень четко, точно составить стратегию операции. Живые ткани, зубы тоже, так сказать, могут быть напечатаны таким образом. Ну и так далее, и так далее. Поэтому вот это вот направление нанотехнологии и аддитивные технологии – это те прорывные технологии, от которых мы уже имеем результаты и будем иметь их в ближайшем будущем. Скажите, может быть, дилетантский вопрос, но все-таки спрашиваю, как вы считаете в будущем, насколько дальним, близком, возможно, напечатать тот же БелАЗ на 3D-принтере? Уже автомобили печатают. Уже автомобили, ну пока модели автомобилей, но модели автомобиля, то есть это вопросы завтрашнего дня, но я не думаю, что это будет полностью весь БелАЗ напечатан, но какие-то отдельные детали могут сложные конфигурации, для которых сегодня там лазерная технология, раскройка очень дорогостоящая, это технологии энергозатратные, могут быть печататься на 3D-принтерах. Что ж, Юрий Михайлович, спасибо вам большое, что вы нашли время и ответили на наши вопросы.
Спасибо вам, Анна, за внимание. Но мне хотелось бы добавить, что мы хотели бы, чтобы этот год науки был для всех годом науки, чтобы все проявили внимание. Мы стоим в таких условиях, что нужно зарабатывать. А Гомельский отряд ученых всегда умел зарабатывать. И думаю, что то старшее поколение, которое сегодня еще на плаву, которое сегодня еще руководит теми или иными научными школами, подает правильный пример молодежи, она должна подхватить эту тенденцию от науки к практике.